Вот прошлой серии. Вы знаете, я нашел лазу у жителей. Камень весь переплавился, я получил 40. И теперь я должен на что-то потратить. Вот это все, то, что я добыл. А, и кстати, вот прошлой серии я получил лицо крыльца. Так, давайте посмотрим мой капус. Если у меня вот тут, потому что я просто хочу, чтобы у меня было первый день лаймовых красителей. Если что, я не в обычно начались. Я могу выпустить за один раз 3 серии. Стоп, у меня что, трансляция включена? Сейчас проверю. Ну. О, да ладно. Прикольно. Вот если бы еще я мог смотреть на телеке вот эту трансляцию, то тогда вот пальцем щелкает трансляция, бам. Тогда было бы вообще прикольно. Сегодня мы должны будем сорвать несколько лиан, но поспать. Давайте лучше возьмем дверку и поставим ее вот. Ну. Сюда мы ее поставим. Ну что ж, хочу, чтобы она так стояла. Ну, у нас тут скоро будет библиотека и мини-город. Наверное, эту деревню разберу, возьму там все книги, все, что мне лень их делать, либо я просто возьму и сейчас сделаю то, что маловероятно. А как там его? Сундук. Да, сундук я сделаю. И если что, подписывайтесь на другой канал, кроме вот этого. Ой, путы, не подписывайтесь. Вот, смотрите, не подписывайтесь. Главное, не подписывайтесь никогда. Вот прям никогда не подписывайтесь на жителя. Никогда почти не подписывался я. За свою жизнь я только люблю компота. Ну, люблю на него... Ну, на его видео смотреть. Вот, именно посмотрите сериал. Этот игрок не заходил все эти 10 лет. Он вообще прикольный. Ну. И вот смотрите, скажите мне, мне стоит сделать сейчас склад? Ну. Да не ты. Эту функцию, блин, удалили. Наверное. Все, что когда ты нажимал вот так, то по несколько раз, ты смог что-нибудь сделать. Ну, давайте поставим вот сундука 2 вот так. А потом мы сделаем как-нибудь базу, как лоу трек, где есть склад, большой-большой склад. Ну, у нас пока что будет такой склад. Давайте пойдем за коровой, может быть, рамки сделаем в этой серии. Сделаем... Там, например, где тростник будет стоять, там будет всякая всячина. Окей? Так. Вон тростник. Но у меня сейчас не будет тростника. Корова, я к тебе иду. Сейчас подстригу овечку. Просто хочу испробовать свои ножницы. Ну? Ну? Ты будешь подстригаться? Нет, еле не постригаться. Ну ладно, пошлите отсюда. Ла-ла-ла. Тростник, ура! Сейчас он делает бумагу. Значит, он будет делать книгу. Я сделаю книгу, то мне понадобится. Еще одна чёрта, как курочки. Потом взять и смотреть один, да, по аддону, FNAF текстуры. И только там мотыга будет выглядеть как... Я уже не помню, я скачивал давно карту. Ну, короче, она будет выглядеть странно. Ну ладно, сейчас я приостановлю ненадолго и, может, сделаю книгу и перо.
И делал рамки на ней. Что это все давайте. Ой, ребят, это реально было. Корову еще и рамки сделать. Я потратил очень много времени. Это может быть. Давайте еще. Посидим. Так, ничего писать. Я скажу, что ничего писать. Не будем. Вот как-нибудь я напишу день первый. Я нашел. Первый день я нашел мазы. Например, вот так. И слушай, мне лень вести сейчас что. Это, по-моему, уже. А, вот мой склад. Маленький мой склад. Блин, вряд ли это сейчас вытянул. Недавно почти я вытянул. Вот как бы вы ни старались, если вы будете строить вот такую базу у меня, вот, наверное, в следующей серии будет. Так, вот тростник. Из него сахар. Нужно больше сахара. Вон там потом я тростник делал супер огромную мегаферму тростника. Да ты глупый тростник, иди сюда. Так, давайте. Так, я сейчас на буду надо вот тут это. Ну, ставьте вот. Так, здесь у нас будет броня старая лежать. Моя первая броня. Вот тут. Вот это будет лежать. А, давай вот яйцо будет лежать. Вот эта штука будет лежать. И может мы даже в этой серии сделаем бесконечный источник. А зачем бесконечный источник? Стоп. Мне же нужна ферма. Как я про нее мог забыть? Тогда мне сейчас понадобится ведро. Ведро, я сказал. Кузнечный станок. Он будет у меня в другой базе. Ну, как так сказать. Если мою базу вот тут разгромят, я ее случайно дорву. Если мне... Или если меня тут загриферят какие-то пацаны, и ко мне зайдут на сервак. Потому что у меня же только по приглашению, но... Ну хотя да, по приглашению. Ой, у меня вообще прикольная идея. С крыши вот так вот льется вода. Прикольная идея, но чтобы ее осуществить, понадобится очень много усилий. Так. Чито. Так, убираем ведро воды. Так, как вы думаете, я нуб или про? Напишите в комментах, боже. А то я хочу начать с вами, а мне думаете. Ну хотя этот аккаунт я создал, вот мой первый канал, 10 лет назад. Ой, я уже путаюсь из-за сериала вот... Вот этого сериала Компота. 10 лет назад, 1 год назад. Я его устроил, так что теперь... Ой, сделал мой канал. Так что теперь я могу... Делать почти все, что захочу. Вот тут надо провести канал. Раз, все провели. Сейчас мне осталось только взять то ведро с водой. Налить его. И, кстати, я скоро, наверное, буду делать... Ферму монстров. Может. Конечно, вы хотите. Вот. Думаете, это нормальный? Вот такой вот. Во. Ничего, как вам?
Вот, я оставил вот так вот, потому что пусть идет вся вода к кактусу. Так, все, давайте. Мы сейчас будем уже заканчивать, напишем. Серия третья. Мы сделали почти все то, что я планировал. Ну, ты будешь писаться. Ну. Ладно, пофиг, потом будем писать. Все, ну, на этой ноте, может, мы будем прощаться. Как вы хотите. Вот. Чё? Всё, подайте, я проверю батарею. А, все нормально с батареей. Лучше возьму ведро. Ну, чё, гайш, Майнкрафт, ау. Ладно, я приостановлю запись. Стоп. Или он отлагал? Да, он отлагал. Так, мы возьмем сейчас ведро. И скрафтим еще больше вот этого камня. А, чтобы было еще быстрее, я просто возьму вот так вот сделаю. Делаю так. Один с чем-то стаков. А, один стак и 8 булыги. Сейчас уже этих 8 булыги. Мы сделаем. А, нужно так и забыть. Ладно, вот сейчас начинается ночь, и мы кончаем наш летсплей. Ну, как обычно, он у нас кончается. Вот, нам нужна одна ступенька из... Вот такие ступеньки из булыги. Да, нет, да не ставьте, когда вас не пустят. Вот, с помощью вот булыжника другого я буду строить совсем вот мою другую базу. Уже подземную базу. Где будет и шахта. Ну, вот. Это была четвертая серия. Да, четвертая. На конце это говорю. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И подписывайтесь, конечно же, на Лутрека. И ставьте на его все видео по 1000 достижений, которых я не смотрел. Уже месяц, по-моему, или один, ну, неделю. Все равно подпишитесь на него. Крутой парень. Историю его канала не забудьте посмотреть, конечно же. С вами был я, Антон. Я с вами прощаюсь. Как бы это грустно не было. Но придется. Ладно, давайте. Покедова!